Всем привет, дорогие друзья! Привет! 6 часов утра, и мы с Айханом из аэропорта Гази-Паша летим в Стамбул. И в Стамбуле мы будем 2 дня и посетим международную выставку туризма. Поэтому в этом видео и в следующих вы увидите много-много всего интересного. Поэтому подписывайтесь и не... Сегодня 2 февраля, последний месяц зимы. И сегодня, кстати, так, прохладно, достаточно прохладно днем. Мы летим, как я уже говорила, в Стамбул. Видео о том, как доехать в аэропорт Алании из центра города, сколько стоит трансфер, автобус. И в Стамбуле точно так же. Смотрите это видео в описании. Самолет из Алании в Стамбул летает Pegasus 2 раза в день. И турецкая авиалиния 1 раз в день. Вот турецкие авиалинии уже идут на взлет. Самолет летит в Анкару. А вот наш самолет, он летит в Стамбул. Айхан, как дела? Нормально. Куда едешь? В Улуба, я. Куда? Нерея? Да, Нерея, да. Стамбул. Стамбул? Да. Да, друзья, мы летим в Стамбул. В этом году наш год начался с того, что мы очень часто летаем в Стамбул. И самолет для нас уже становится как автобус. Но до Стамбула лететь 40 минут, поэтому очень быстро. Летим мы в Сабиху Гёкчен. Уже загружаемся в самолет. Ну, кстати, достаточно прохладно. Вот я даже замерзла. На прошлой неделе была в Стамбуле, было тепло. В общем, загружаемся в самолет и встречаемся с вами уже в Стамбуле. Уже прилетели в Стамбул, и в этот раз нас привезли не к рукаву, а привезли на автобусах, повезут до аэропорта. Мы выходим из аэропорта, уже прилетели и идем по направлению к автобусам Хавабюс, точнее, для того, чтобы сесть на автобус и поехать в такси, где мы покушаем и далее отправимся уже на выставку. Вот он, наш автобус. В описании к видео смотрите расписание. Стоит до таксима 18 лир. Мы выезжаем из аэропорта. Билет на автобус из аэропорта до таксима стоит 18 лир. Ехать примерно 40 минут, но вечером бывают пробки. И можно ехать даже 2 часа из центра до самого аэропорта. Но а утром пробок мало, поэтому минут 40, наверное, дорога займет. На такси прошло 40 минут, и с нами Ирена, и с нами вместе в Стамбул приехала моя знакомая
норвежка Ирена. Алло. Да, и вместе мы отправляемся на выставку. Как в Стамбуле моют улицы недалеко от Таксима с мылом. Муниципалитет Бей-Оулу. И мы уже подходим к площади Таксим. Вот так вот выглядит площадь Таксим в 9 утра в субботу. И видите, тоже мэрия вот таким вот образом чистит улицы. В той стороне находится метро, а вот здесь стоит трамвайчик, вот, на котором вы можете прокатиться от площади Таксим до по всей улице Истикляль. Обязательно купите семиты. С утра они особенно вкусные и хрустящие. Истикляльных, на ней находится очень много разных кафе, и мы обычно приходим вот в эту кафешку, где готовят домашнюю еду. Но поскольку сейчас утро, сейчас подают только завтрак, и можно взять суп чечевичный или куриный, ну и салаты, сарма и так далее. Вот такой вот завтрак нам принесли, суп. В Турции на завтрак принято есть суп, 5 лир, и вот такой вот завтрак, который стоит 15 лир. Здесь у нас яичница, оливки, сыр, колбаса и кусочек семита. Чай давай. А, еще есть чай. Рихан, вкусно? Вкусно. Вкусно? Всем привет. Как дела? Комментара, как дела? Как дела? Да. Айхану написали подписчики, что они по нему очень соскучились, да? Разлюбились они? Да. По Айхану очень соскучились, потому что его нет в видео. И вот мы приехали в Стамбул, и в видео со Стамбула Айхана будет очень много. Айхан, узнан сан тюкчи бирас конушим канларан лэла. Ben daha çok yorulacağım. Sen nota kipçede. Ha, Kiev'deki arkadaşlara selam. Мы очень вкусно поели. Сейчас идем на трамвай и потом на метробус, чтобы доехать до Белик. Но сначала до трамвая мы поедем на метро. Покажу вам чуть, как выглядит стамбульское метро. Но в других видео, видео, которое есть по ссылке, вы его уже видели. Хан. Ты куда идешь? В метро есть фотографии, и можно увидеть, как выглядела площадь Таксим давно-давно и другие районы Стамбула. А мы идем на вход. В Стамбуле вот такая система. Кладешь карточку стамбульскую. Там осталось 30 курушей, и вставляешь бумажные деньги. Еще раз кладем 20 лир. İstemiyoruz, istemiyoruz. Onay. Tamam, onay. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Bu yüzden bir geç bilet satın alabilirsiniz. Все, теперь у нас на карточке есть 20 лир. Картınızı ve bozuk paranızı aşağıdan alabilirsiniz. На
Метро мы приехали в район Меджидекёй, зеленый свет. И сейчас идем на метробус, чтобы доехать до Бейлигюзу и наконец-то попасть на нашу туристическую выставку. Погода, кстати, очень классная, нам повезло. Солнце и тепло, тепло. Хотя утром, когда мы вылетали из Алани, в Алани было 7 градусов тепла. И в Стамбуле, кстати, также было 7 градусов тепла.